Вот у нас школа «Человек будущего» Homo Futurus – это площадка поддержки, ну, так называемая школа выживания, раньше говорили, но теперь при этом еще и развитие полезных качеств, которые помогают человеку самому себе поддерживать и реализовать себя в современных условиях, всяких неожиданностей, вплоть до экстремальных ситуаций. Какие это качества? Ну, конечно, это созидательные качества. Конечно, это осознанность, потому что когда человек становится осознаннее, то у него происходит новый уровень восприятия вещей, жизни, отношений, и он тогда легче включает внутренние ресурсы, необходимые ему для достижения его цели. Но наша площадка, эта школа, она как раз-таки и развлекательная, и философская, и это площадка, где люди тренируются таким простейшим действием, таким упражнением и приемом, которые регулируют нервное психическое напряжение, снимают лишние накопленные впечатления, выводят человека самостоятельно на состояние творчества, потому что все мы творцы, каждый человек творец. И самое главное человеку это все-таки определиться, в какой области деятельности он наиболее полезен себе и людям. Потому что когда он определяется в своем месте под солнцем, тогда его начинает поддерживать. Да. А деятельность, которую он осуществляет, она становится необходимой. И за это люди даже платят, не только аплодисментами, но и деньгами. Да-да. Каждый человек должен определиться, в какой деятельности творчества он максимально полезен. Этому как раз-таки и посвящаются наши занятия практические, и философия, и разные примеры, и сами методические приемы, методы ключ, регулировать свое напряжение и находить всегда в сложной ситуации неординарное решение.